Беспрецедентные средства на медицину. 4 миллиарда рублей выделят на модернизацию первичного звена системы здравоохранения в Мурманской области. Эти деньги планируется потратить на покупку нового оборудования, машин скорой помощи, привлечение кадров, обеспечение их жильем, ремонт больниц и поликлиник. Одна из ключевых задач – это реновация и областной детской клинической больницы, областной клинической больницы имени Баяндина и, конечно, уже переход в практическую фазу реализации и модернизации нашего онкодиспансера. Решение социальных и других задач невозможно без инвестиционных проектов. Сейчас их в Мурманской области реализуется более 140. Это значит, что в Заполярье появятся новые рабочие места. 25 тысяч человек смогут работать на новых предприятиях. Очень важно, что 60% из всех, из общего количества проектов составляют проекты, которые реализуют малый бизнес. И если говорить по сферам, по которым распределяются проекты именно по количеству, хотел бы подчеркнуть не по объему инвестиций, именно по количеству проектов, то первое место занимает сфера туризма, 38 проектов, и далее следует сфера энергетики и ЖКХ, социальная сфера и транспорт. Еще одна приятная новость. 4 октября мурманчан с Днем города поздравит Зиверт. Популярная певица выступит на площади «Пять углов» в ходе праздничных мероприятий. Кульминацией программы станет шоу дронов. Элина Шагенова, Павел Третьяков, ТВ-21+.